Отец долгие годы скрывал старую избу от своих детей, и когда они наконец заглянули в нее, им не поверить своим глазам. Эта история произошла в Нижнем Новгороде. Отец Никиты и Алексея был очень тайным человеком. Каждое воскресенье он уезжал куда-то, и его семья не знала, куда именно. Позже они обнаружили, что он ездит в старую избу. Никто не знал о существовании этого места в течение 15 лет. Только после смерти отца семья узнала о его необычном секрете. На следующий день они сразу отправились туда, и каким было их удивление, когда они вошли внутрь. Изба выглядела очень старой, внутри пол был разрушен, повсюду завалены старые рваные обои. Но это было только начало истории. Непредсказуемый секрет отца заключался в том, что в доме, в подполье, находился сокровищница с золотом. Отец коллекционировал это золото многие годы. Общая стоимость коллекции составила 150 000 долларов. Дети были потрясены тем, что отец скрывал такое богатство столько времени. Никто не мог предположить, что в старой избе хранилось такое сокровище. В память об отце сыновья решили не продавать золото, а оставить его. Они также хотят сохранить это золото и передать его своим внукам, чтобы они в свою очередь передали это наследство своим детям. Какая удивительная история. Такое могло случиться только в сказке. А что бы вы сделали в такой ситуации? Поделитесь своим мнением в комментариях. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного, и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.